Дорогие друзья, добрый вечер. Приветствую вас с прекрасного балкона ресторана Метехис Чедилши, тени Метехи, Shadow of Метехи. Вот, посмотрите, какая здесь красота. Мы сюда пришли на такой поздний обед или же ранний ужин. Открывается прекрасная панорама на наш замечательный город, исторический центр Тбилиси. Вот набережная, правый берег, левый берег. Вот как раз вот здесь вот туннель вы видите. Машины въезжают в туннель, выезжают уже площади Европы. И вот здесь, в ресторане, тоже тепло и уютно. Хотя, может быть, найдутся такие смельчаки, которые решат сидеть на балконе. И вот для них есть тоже возможность согреться и обогреться. Ну, а для тех, кто просто выбегает на балкончик немножечко там перекурить или же там поговорить, пошептаться, тоже есть возможность так вот согреться, прогреться. Конечно же, летом это место замечательное. Весной, вот май, июнь, июль, август до середины ноября. Вот здесь можно, конечно же, проводить замечательное время. Это один из самых таких топовых ресторанов в моем списке, потому что ни разу не было, чтобы здесь что-нибудь было бы невкусно или что-нибудь было бы некачественно, что-нибудь было бы там переперченное, перегорченное, пересоленое. Все всегда вот соблюдение самых лучших пропорций, оптимальных. И для тех, кто любит острую грузинскую пищу, еду, наши блюда, и для тех, кто любит, чтобы все это было бы очень так скромно и не очень давало бы о себе знать, чтобы были только отдаленные нотки вкусовые. Ну вот вы видите, ресторан практически заполнен, остальные столы, которые еще не заняты, они зарезервированы, дорогие друзья, и сюда придут, потому что здесь музыкальная программа начинается с 8 часов вечера, и, соответственно, после 8 часов вечера зал заполняется. Это такой презентационный ресторан, ну, куда можно, естественно, прийти и просто там перекусить, пообедать, и где можно проводить торжественные праздничные мероприятия, так называемые ивенты, как сейчас модно выражаться. И в рамках этих мероприятий можно там объединять столы, можно целиком арендовать зал. И, естественно, все это модульно с заранее обговоренным меню, заранее обговоренными тарифами. Здесь очень квалифицированный персонал, очень квалифицированная кухня, я имею в виду, естественно, поваров. И, естественно, очень приятно здесь проводить время. И когда ты не хочешь идти на какие-то эксперименты, идти искать какой-то новый объект общепита, ты знаешь точно, что у тебя есть в списке, в твоей виртуальной мозговой записной книжке, целый ряд объектов, куда ты пойдешь, куда ты приведешь гостей, и это будет точно, правильно и очень четко, то есть ты не проиграешь, никто не скажет, куда ты меня привел. Вот один из таких прекрасных ресторанов, это в тени Метехи. Ну так, дорогие друзья, благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующего видео.